Привет, друзья! Сегодня я готовлю самый простой, очень вкусный, легкий и экономичный рецепт оладьи из кабачков. У меня цукини. В миску раскладываю марлю в два слоя и натираю цукини на крупной терке. Тут же закручиваю марлю и хорошо отжимаю сок. Выливаем сок, он не нужен. Натертые кабачки или цукини выкладываем в миску, добавляем яйцо, соль и перец по вкусу и муку. Все перемешиваем. Тесто не должно быть жидкое, за счет этого получаются пышные оладьи. Муку добавляйте понемножку, чтобы ее не оказалось очень много. Жарим оладьи на разогретой с маслом сковороде на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета, примерно по 3-4 минутки с каждой стороны. При необходимости подливаем масло. Готовые оладушки перекладываем на бумажные полотенца, которые впитывают излишки масла. Перекладываем на блюдо и подаем наши оладушки на стол со сметаной или другим любимым соусом. Это вкусно, полезно, экономно, просто, легко и быстро. Приятного аппетита! Кушайте на здоровье и будьте здоровы!